сейчас мы должны, у нас должно быть четкое понимание, что такое полилингвальная школа. Они будут на татарском языке только до начального, то есть на уровне начального образования вести, то есть с 1 по 4. Когда какие предметы на русском, когда на какие предметы на английском. Я считаю, что до 11 класса, может быть, нет необходимости. Это я считаю, я могу ошибаться, вести на татарском языке. Скорее всего, физика, химия будут на английском языке вести в полилингвальную школу. Все зависит от того, какую задачу государство ставит, реализуя проекты полилингвальных школ.